Мы против. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему население в Таджикистане вновь протестует. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Руководство агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан примет меры относительно завышения цен авиабилетов в последние дни. Об этом сообщили в данном ведомстве. По словам источника, цены на авиабилеты завышены необоснованно, и они потребуют от авиакомпании не продавать их по завышенным ценам. Мы против повышения цены, не хотим, чтобы у пассажира возникали трудности. В целях предотвращения необоснованного увеличения стоимости авиабилетов мы примем нужные меры в рамках своей компетенции. Представители авиакомпаний скоро будут приглашены в агентство и будут предупреждены, чтобы снизили цены, сообщил источник. Там также отметили, что в разгар пандемии и осуществления чартерных рейсов им поручили отслеживать расценки авиабилетов. Но после возобновления регулярных рейсов этим должна заниматься антимонопольная служба страны. При этом после информации о завышении цен многие таджики пришли к авиакассам и стали требовать, чтобы билеты продавались по адекватным ценам. А как вы относитесь к такой ситуации в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Отметим, что за последние недели существенно подорожала стоимость авиабилетов из Таджикистана в Россию. Если еще до Нового года их можно было бы приобрести от 2000 до 3000 самани, то теперь они выросли в цене почти вдвое, свыше 6000 самани. Это выше установленное агентством гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан цены за перелет в Москву и обратно в Душанбе. Стоимость авиабилета на рейс Душанбе-Москва, который 19 января выполнит Самон Эйр, составляет 6297 самани, а на следующий день еще дороже – 6452 самани. В тот же день из Душанбе в Москву с уральскими авиалиниями можно попасть за 6492 самани, сообщили в одной из столичных авиакасс. Ранее один из кассиров душанбинской авиакассы по имени Алишер сообщил, что резкий скачок стоимости авиабилетов связан с началом нового сезона и высоким спросом пассажиров. За последние недели спрос на авиабилеты резко вырос, и вместе с этим в разы подорожала их стоимость. Причем повышение стоимости авиабилетов наблюдается не только в Таджикистане, а во всем регионе, говорит Алишер. А как вы думаете, кто и как должен регулировать цены и справляется ли с этим? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!